Отдых в летнем пришкольном лагере – отличная возможность провести каникулы с пользой. В Узунсунской средней школе Иртышского района в рамках летнего лагеря осуществляется проект «Шенеракленд», нацеленный на изучение национальной культуры казахского народа. Подробнее в сюжете Гаухара Кубасовой. В лагере «Шенеракленд» при Узунсунской средней школе отдыхают дети с 8 до 17 лет. В связи с карантинными мерами дети ходят в масках, а у каждой юрты, где они обучаются, прикреплены антисептики. Всего на территории школы были собраны 3 юрты. В процессе сбора национального жилища дети изучили составные части юрты и сам процесс. У каждой из юрт свое предназначение. Так, в первой расположилась мастерская «Шиберхана», во второй изучают национальные обычаи и традиции, такие как обряды «Бесыке-Салу», «Тусау-Кесер» и «Беташа». В выставочном лагере «Шенеракленд» я узнал очень много национальных игр, и некоторые из них научился играть. В выставочном лагере «Шенеракленд» мы изучаем традиции и обычаи казахского народа. Я считаю себя патриотом страны, поэтому я должен знать обычаи и традиции Республики Казахстан. Отдыхающие лагеря узнали, что бесыке-сало – это традиционный казахский обряд, связанный с рождением ребенка. Торжественное мероприятие устраивают, когда младенца в первый раз кладут в бесык – колыбель-качалку. У казахов бесык считается золотым гнездом младенца, и обряд бесыке-сало является одним из самых значимых и почитаемых. Мы – будущее Казахстана, мы должны знать историю Казахстана, а также духовную культуру нашей страны. Поэтому для этого создан наш лагерь. В нашем лагере я узнаю о национальной одежде, мы узнаю о наших традициях и обычаях, а также играх. Мы также на практике это все изучаем и делаем. Также мы готовим национальные блюда. И в этот лагерь я хожу с удовольствием. Детям очень нравится такой насыщенный отдых. Девочки с удовольствием катаются на национальных качелях Алтын-Бакан, а на соседней спортивной площадке под руководством инструктора играют в игры Асыкату, Кыскуу и Тоғыз Кумалак. Гаухара Кубасова, Ертыс Ахпарат из Иртышского района.